Всем привет! Вы очень круто поддержали выпуск, который называется «5 мифов о бутсах» и набрали целых 33 тысячи просмотров и более 1000 лайков. И в том видео я говорил, что если вам будет интересно, то сниму для вас вторую часть о разоблачении мифов о бутсах. И логично предположить, что эта тема для вас интересна, поэтому прямо сейчас начинаем вторую часть разоблачения мифов о бутсах. Поехали! Итак, миф первый гласит следующее. В магазинах продают бутсы такие же, как и у профессионалов. Часто ли вы слышите подобные мысли от своих друзей? Например, я купил бутсы, как у Неймара. Или такое. Смотри, какие у меня бутсы, Роналду бегает таких же. Мы не раз уже рассказывали о категориях обуви. Так вот, в случае, к примеру, с фирмой Nike, самая топовая категория это Elite. Она же и самая дорогая. Но даже купив бутсы такой категории, вы не будете играть в бутсах, как у топовых футболистов. Ведь то, что можно купить в магазине, это серийное производство. Они лишь повторяют дизайн и максимально приближены по технологиям к бутсам мировых профессионалов. На самом же деле давно не секрет, что для таких футболистов, как Неймар, Роналду, Месси и сотни других, у которых есть контракты со спортивными брендами, бутсы шьются конкретно под их ногу. И не просто по стандартным параметрам, ширине, длине и подъему, а там учитываются все мелочи, все изгибы и возможные нюансы. Поэтому бутсы, в которых бегает Мбаппе, никогда не будут продаваться в магазине. На полках вы увидите лишь копию, качество которой будет зависеть от категории. Второй миф звучит так. Покупайте бутсы, которые нравятся. Продолжаем говорить о размерах и подборе обуви. Не каждую понравившуюся модель бутс стоит покупать. И Soccershop уделяет немало времени на то, чтобы доносить эту мысль. Также консультанты в шоурумах Soccershop всегда рассказывают об этих нюансах. Ведь нога у каждого человека разная. Соответственно, и обувь шьется на разную ногу. Таким образом, есть модели, сделанные для узкой ноги, а есть модели, сделанные для широкой. О возможных сценариях неправильного подбора обуви мы уже много говорили на этом канале, поэтому смело можно сказать, что нельзя покупать любые бутсы, которые нравятся, потому что они банально могут вам не подойти. Следующий миф звучит так. Количество шипов в бутсах не важно. Ну, если так, тогда стоит задать следующий вопрос. А для чего производители бутс придумали маркировку, к примеру, AG, FG, SG и так далее? Ведь у каждой маркировки свое предназначение. К примеру, вы нападающий и вам важна скорость. Тогда для этого есть бутсы с шипами в количестве от 11 до 16 и маркируются FG. Вы защитник или вратарь, для вас важно не подскользнуться на скользком поле, тогда для этого есть бутсы с 6 или 8 шипами и маркировкой SG. Не верите нашим словам? Ну тогда послушайте профессионального вратаря. Ну я всю жизнь играл в 6 шипах. Потому что я понимаю, что если я поскользнусь и забьют за этого гол, то будут проблемы у команды. Поэтому... Но если искусственное поле, то, конечно, лучше уже играть на пластмассовых шипах. А если оно натуральное и мокрое, то 6 шипов самое оно. В общем, разница есть и количество шипов важно. Помимо этого еще важен тип шипов и в целом тип подошвы, поскольку разные подошвы подходят под разные типы поля. Кожаные бутсы самые надежные. Такое выражение действительно звучит больше как миф или же легенда с тех времен, когда играли кожаными мячами и кожа считалась эталонным материалом футбольной экипировки. На самом же деле давно кожу уже заменили более качественные и эффективные материалы, к примеру, Flyknit. В качестве кожи никто, конечно, не сомневается, но, как известно, с ней немало проблем. К примеру, уход за ней или же износ на растягивание. Ну и также стоит логично поразмышлять. Разве отказывались бы знаменитые фирмы от кожи, если бы этот материал был самым надежным? Как мы видим, большинство различных моделей шьют все-таки не из кожи, и лишь некоторые модели, к примеру, такие как Nike Tempo, отдают дань традиции и делаются из кожи. Стоит также уточнить и о значительном плюсе обуви из кожи. Она подходит практически на любую стопу, ведь легко принимает ее форму из-за свойств кожи. Поэтому у кого проблемы с подбором бутс, обратите внимание на кожаные. Ну и последний миф, который скорее всего придумали все те же люди, всецело отдающие дань коже. Звучит так. Синтетика – это плохо. Смотря с какой стороны посмотреть.
Да, у нее есть минусы по сравнению с кожей, и лишь один минус самый значительный и на который обращают все внимание. Это неспособность синтетики пропускать воздух, другими словами, нога в синтетике не дышит. Но ведь для этого и придумали перфорацию в синтетике, чтобы нога дышала. Плюс она дешевле, нередко крепче в зависимости от категории модели и обладает свойствами, которых нет у кожи. Бутсы за 1000 гривен и за 3000 сделаны из той же самой синтетики, просто в первом случае она менее качественная или же она менее прочная, а во втором более качественная, но это все та же синтетика. А теперь представьте, если бы сейчас все бутсы делали только из кожи. Подумайте, смогли бы с одной кожей придумать столько технологий? А сколько стоили бы бутсы, если бы все они были из кожи? В общем, вот такие мифы мы подобрали на сегодня. Поставьте лайк, если вы слышали что-то похожее или узнали что-то новое. Нам будет очень приятно. Пишите в комментариях свои мифы о бутсах, и кто знает, может, мы снимем еще и третью часть, основываясь на мифах из ваших комментариев. Все зависит только от вас. Подписывайтесь на канал и следите за его развитием. Всем успехов, пока!